Вопрос. Где было взято понятие плана предупредительного ремонта, работы? Ну, в контексте я не знаю вопрос, но ответ такой. Если присмотрите, самое раннее упоминание, что я смог найти, это вот такой фикс и труда, который в 1932 году, ну, первая публикация, по крайней мере, этого понятия. То есть поступить. А если серьезно, то у нас есть тема стратегии, и вот тот самый план предупредительный ремонт или ремонт по регламенту, вот, в вашем понимании, это на самом деле гораздо сложнее, чем просто ППР, либо не ППР. То есть тут вот есть надежники, я думаю, что они занимаются измышлениями, то есть есть понятие стратегии ТАИР, и в общем случае они подразделяются на корректирующий отказ, либо тот самый планово-предупредительный ремонт, то есть без отказа. Суть его не допустить отказа, сделать плановое воздействие, ну и, собственно, не допустить отказ. Проблема в том, что эти ППР, предупредительные работы, они могут быть регламентированы по времени, либо по циклам, и прогнозы тех состояния. Вы же, в принципе, тоже не допускаете отказ, да, делаете диагностику, оцениваете какие-то показатели надежности, но когда он наступит, вы не знаете. То есть вы оцениваете туда, исходя из прогнозов. То есть ответ, думаю, я сказал, но, в принципе, по выбору стратегии задача многими неизвестна. Ну, вот тот самый ППР, о котором был вопрос, это самая простая история. Да? Есть оборудование, есть структура ПО, обслуживание и структура капитальных сведений, текущих ремонт. Работает счетчик, делаю НТР. В следующий раз работал счетчик на работе, делаем средний ремонт. Я о чем не думаю. Опять-таки, для того, чтобы более осознанно выбирать стратегии, есть методология СЕМ-анализа, одна из, которая позволяет выбрать для каждого дефекта определенную оптимальную стратегию, ТАИР на отказ, исходя из логики принятия решений. Как я сказал вначале, если мы берем не да, нет этой методологии, а реальные данные, то есть стоимость риска отказа, то есть в деньгах, стоимость плановой работы, и сопоставляем это между собой, у нас для разных узлов, для разных дефектов и для разных операций по предупреждению этих отказов могут быть разные оптимальные стратегии. То есть это вот все, мы называем это цифровизация истинная, да, то есть когда у нас на каждый компонент есть свои данные по отказам, и мы решение принимаем анализом, то есть цифры есть. Больше, меньше, равно процент. Поскольку данных становится все больше, то есть это внедрение систем диагностики в том числе, и решения, они уже более точные. Привет, я мультяшный робот Простоев Нет. Расскажу вам про курс «Базовые практики планирования ТАИР. Управление надежностью и критичностью оборудования по методике RCM». Простой – это потеря времени. В рамках производственной или промышленной компании любое неэффективное использование времени ведет к реальным финансовым потерям. Вы наверняка задавались вопросом, а как наиболее эффективно избежать простоев? Наш курс даст вам практические методы решения самых разных проблем, связанных с ТАИР. Освоив курс, вы сможете помочь предприятию сохранить ресурсы и увеличить объем производства. Курс подойдет инженерам ППР и специалистам по надежности, техническим директорам, директорам производственных систем и их заместителям, руководителям служб эксплуатации и ремонта, участникам проектных команд, развивающих систему управления ТАИР, менеджерам по автоматизации и управлению ТАИР, специалистам по разработке и аудиту бизнес-процессов управления ТАИР. Программа курса состоит из 10 разделов и рассчитана на 92 часа обучения. Обучение идет пошагово. Вы начинаете с изучения методологических основ и типовых вопросов, рассматриваете примеры из практики, пробуете применять полученные знания. Также вы получаете доступ к общей группе студентов курса, где можете задать свой вопрос преподавателям и общаться с сокурсниками. Курс проходит онлайн на нашей платформе СДО «Простоев Нет». Вы можете учиться с любого устройства. С телефона, планшета или компьютера. Все, что вам нужно, это доступ в интернет. В рамках курса вы освоите практические методики, которые найдут свое применение на любых промышленных предприятиях. Вы познакомитесь с конкретными проектами ТАИР, от Простоев Нет, которые реализованы в России и СНГ.
По окончании каждого учебного модуля вас ждет практика, тестирование и вебинар обратной связи. А по итогам обучения на курсе вы сможете получить сертификат. Обучение уже прошли более 1500 специалистов ТАИР из 300 производственных компаний. Переходите по ссылке под этим видео и записывайтесь на бесплатную ознакомительную часть нашего курса. До встречи на курсе!